Подведены итоги международного конкурса среди бердвотчеров «Большой год». В конкурсе приняли участие 84 любителя птиц из России, Украины, Казахстана, Беларуси и Латвии. Задачей конкурсантов было как можно больше увидеть и сфотографировать различных птиц. За год участники нашли 638 видов пернатых, из них 587 были сфотографированы. Самыми необычными экземплярами стали лопатень, белая чайка, малый гоголь, хохлатая кукушка, индийская прудовая цапля. Днепропетровский орнитолог-любитель и фотограф Александр Настаченко занял в этом конкурсе второе место. Ему удалось запечатлеть 325 видов птиц. Наш земляк лишь немного уступил россиянину Александру Беляеву – 332 вида, а стал третьим Андрей Бородин из Беларуси с результатом 295 видов.